Так, видео, да, снимай. Я один раз обманулся вот с этой манжетой. Андрей, присматривай. Я за Таней присмотрю. Если я добавляю туда, ничего страшного? Ничего, ничего. Почка вот здесь. Я думаю, ты вот сейчас загибаешься. Где-то загибаешься. Ну, оставь, заходи в мочевание. Да. Должны увидеть. Жидкость дай, пожалуйста, Ксения. Александр Владимирович, мне вот здесь вот ее держать. В принципе, боюсь, вот, но надо. Нет, ты просто это как сказать. Да, несколько фотографий и сделайте. Она получается. Промойте, да. Мы его видим прям с утра. Да, вот он. Делайте прямо. Несколько четких фоток сделайте. Вблизи и несколько издалека, ладно? Серая. Да. Может, чуть темнее сделать, это блестки. Несколько десятков сделайте фото. И издалека не забудьте. А вот, кстати, да, как старые язвы, если радиально восходящиеся. У Линды отошла скоба, да? Это тоже получается. А где? Ну вот, это же она, да? Но вообще мы несколько раз оперировали у нее. Поэтому, может быть, в другом месте скоба есть. А вы ей несколько трансгастральных доступов делали? Да. Степ, отойди подальше. На другом месте тоже посмотрим, потому что мы на ней отрабатывали еще большую резекцию под слизистую. У кого-то скалы вышли? Ну, у двух стоит, да? Да, давай вперед. По крайней мере, в момент, когда следует стояла. Вот у нее, да, узко. А, значит, это движка от этого, на чем срезать. Вот тебе большой джек. Это воздушный джек. Воздушный джек. Все воздушный. Ты настрой? Ага, давай. Так. Дальше уже. Потому что он как бы в воздухе летает. Да? Не обо что, да?